Друзья, всем гигантские приветы. Люсечка и Зефирка после операции, ребят, все замечательно. Чувствуют они себя прекрасно, да, Люсенька? Люсь, ну скажи два слова нашим дорогим подписчикам. Ведь все за тебя переживали. Как там Люсенька, как там Зефирка, да, подруга? Ну теперь, ребята, теперь мы можем их поздравить. Девочек можем поздравить, что они теперь свободные, независимые девчонки, да, Люська? Вот попона у нее сползает, она ее сковывает, наверное, уже сниму попону. А ну-ка, Люська. Ну, здесь она внизу сползает. Наверное, попону сниму у Люси, потому что в любом случае ей нужно шов обрабатывать тирамицином. Сейчас посмотрим, сыночки, может даже снимем. Так. А здесь кто? Здесь маленький кукурузенький, да. И вон Зефирочка, друзья. Сейчас камера сфокусируется. Вот она, наша Зефирка. Зиф, ну а ты как, а? Мать, тебе по полу точно не снимаем, да, чтобы твои малышарики не трогали, значит, твои сиськи. Да, ты по полночке походи, красавица, хорошо? А это вот маленькие Зефиркины кукулятки, да, маленькие мармеладочки. Тут у вас хорошенькие. Да, две девочки, тоже нужно найти дом. Ну, Зефирка, поздравляю. Принимай поздравления. Теперь ты свободная, независимая девчонка. Теперь тебе наплевать на кобелей и на всех остальных. Теперь ты можешь делать, что хочешь, да. Теперь ты свободная девушка. Ну и прекрасно, прекрасно. А эти вот маленькие малышарики, вот они, маленькие малышарики, где? Где? Вот они папу кушают. Ай, папу съели мармеладки. Эти молодцы, давай, давай, разбирайте папку. Кому что нищий, кому кроссовок. Ну не скучай, все будет хорошо. Да, все будет замечательно. Вот так, да, все будет хорошо. Мои хорошие, хорошие. Да что так, ребят, все хорошо, операция прошла отлично, все замечательно. Кукурузники теперь наши, значит, свободные, независимые девчонки. Барончик, приятного тебе аппетита. Ребят, вот наш белый барон. Да, приятного тебе аппетита. Ну как, понравилось себе на озере, да? Ай, молодец, ты аж побелел. Ты он белым бароном настоящим стал. Побелел весь такой красавчик. Давай, я тебе помогу. Вот так, давай. Помогу тебе. Ну, как он накупался, да, белый барон, ребят? Вика как купалась, это вообще... Ну, ребят, на канале Инны Аслан «Помощь животным» вы, наверное, видели, да, как и Бархан, и Барон, и Викуля. Как они прекрасно купались. Особенно Вика. Она вообще не ходила, не хотела уходить с озера. Она просто плавала и плавала. Она просто кайфовала, балдела. Ну, это вообще что-то было. Ну, вот, как только будет возможность, опять поедем, да, барончик, накупаемся. Ну, Вика, Вика это нечто. Она вообще, представляете, да, Вика с щенячьего возраста, так она крутится, черепно-мозговая травма, ну... Вода, озеро, это ее жизнь, это ее спасение. Ее мечта была вот так покупаться в озере. И мы, конечно же, еще раз исполним ее мечту. Мы, конечно, еще поплаваем в озере, дай бог, чтобы и не один раз. Правда, друзья? Ну, молодец, молодец. Ну, давай, малыш, ты кушай. Я пойду еще к Бархану схожу. Лев мой! Ребят, ну, папин лев тоже хорошо поплавал, да? Правда, был чуть трусишкой, но ничего, никто не заметил, да, Барханчик? Никто не заметил, что папин лев чуть-чуть сначала боялся, но когда он понял, что папка рядом, он ничего не боялся, он сразу же прыгнул в воду и давай плавать туда-сюда. Молодец. Ребят, кто еще не смотрел видео о купании наших спасенных хвостиков, наш YouTube-канал Инна и Аслан «Помощь животным». Заходите, там прекрасные ролики, как наши спасенные алабаи, волчица Вика, как они купаются в озере, да и остальные, Лада, Вьюга
Ива, Миша. Так что смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь, ребята, подписывайтесь, поддерживайте наших хвостиков, наш пушистый санаторий. Быть добро, друзья, иначе нельзя. Но, конечно же, мы еще раз постараемся, конечно же, и не один раз поехать и вывести наших спасенышей, чтобы они купались, наслаждались жизнью, друзья мои. Быть добро, быть добро. Хвостатые. Очень жарко, ребят. Начал там сеточку делать. Половину сделал, другую половину пока не сделал. Пожалуйста, вот мы сейчас обновляем водички. Вот так шланг кидаем. И вот так у нас водичка обновляется. Красота, друзья мои. Это наши красивые деревья. Вот так мы все тазики обновляем. Да, чтобы хвостатые могли спокойно пить, купаться. Викуль, а, Викуль, ну какая ты молодец, как ты хорошо купалась. Ты просто отрывалась на все 100%. Вот так у нас вода. И мы везде вот так обновляем водичку, шланг пускаем. И все у нас, значит, вот так обновляется. Значит, поливаем, да, как бы, чтобы им прохладно было хвостиком. Так что вот так, друзья мои. Ну что ж, не буду вас, ребят, долго задерживать. Понимаю, у всех дела, работа. Всем желаю удачи, здоровья, всего самого наилучшего. Не забываем нажимать на колокольчик, ставить лайки и, конечно же, подписывайтесь, ребят. Увидимся. До новых встреч.